Muito obrigado, Marco. Башлаурамс. Shall we start? Ассаламу алейким. Good morning. Доброе утро. Good morning. Ваше превосходительство, президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзияев, ваше превосходительство, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, уважаемая госпожа Федерика Могерини, уважаемые министры иностранных дел, главы дипломатических миссий. Дамы и господа, позвольте приветствовать всех участников Ташкентской конференции по Афганистану, мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие высокого уровня. Наша конференция проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Миромановича Мирзияева и президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани. Мы уверены, что сегодняшняя конференция предоставит нам возможность для открытого обсуждения всего комплекса актуальных вопросов по обеспечению мира и стабильности в Афганистане. По итогам мероприятия планируется принять Ташкентскую декларацию. Уважаемые дамы и господа, участники конференции, для меня огромная честь предоставить слово для объявления официального открытия конференции уважаемому президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромановичу Мирзияеву. Мархамат, Шавкат Миромонович. Ваше превосходительство, господин президент Ашраф Гани, уважаемая госпожа Федерика Могерини, уважаемые министры иностранных дел, главы делегации, дамы и господа. Позвольте от имени народа Узбекистана сердечно приветствовать в столице нашей страны всех участников и гостей международной конференции высокого уровня по Афганистану. Искренне благодарю за ваше участие в этом форуме и рад видеть вас на гостеприимной узбекской земле. Организация нынешней конференции – это совместная инициатива Республики Узбекистан и Исламской Республики Афганистан. Она является логическим продолжением усилий по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, предпринимаемых международным сообществом. Хотел бы выразить особую благодарность его превосходительству господину президенту Ашрафу Гани за личное участие в работе нашего форума. Выражаю также искреннюю признательность генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антонио Гутерришу, который с самого начала поддержал нашу инициативу о проведении международной конференции и направил ее участникам свое приветственное послание. Мы высоко ценим приверженность господина Антонио Гутерриша продвижению переговоров в рамках процесса мирного урегулирования ситуации в Афганистане, а также ее усилия по содействию безопасности и устойчивому развитию в нашем регионе. В январе этого года в Совете Безопасности ООН под председательством Казахстана состоялись дебаты по Центральной Азии и Афганистану. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева за проявленную инициативу по обсуждению этой важнейшей проблемы. Я признателен также всем членам Совета Безопасности ООН за ценные предложения, высказанные в ходе состоявших дискуссий. Многие из них учтены подготовленном совместно с афганскими коллегиями проекте итогового документа нашей конференции
Ташкентской декларации. Я рад от всей души также приветствовать присутствующих здесь Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности госпожу Федерико Могерини, руководителей и представителей внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также международных региональных организаций. Хочу подчеркнуть, что сегодня в этом зале собрались представители всех государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН и стран Шанхайской Организации Сотрудничества. Уважаемые участники конференции, в эти дни мы широко отмечаем праздник весны и обновления Наурус. Издревле в этот период прекращались войны. Люди прощали друг друга все обиды и приходили к согласию даже по самым сложным, казалось бы, неразрешимым вопросам. Уверен, что и сегодня мы также сможем конструктивно обсудить и выработать совместное решение по одной из самых острых региональных и глобальных проблем современности – конфликту в Афганистане, который, к большому сожалению, не прекращается уже почти 40 лет. По сути, огонь войны был навязан афганскому народу извне. Это не ее выбор. За эти годы его жертвами стали сотни тысяч мирных жителей. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других странах. Вовлечение все новых и новых сил в конфликт привело к его беспрецедентному обострению. Он перестал формировать сложную международную проблему. Расширение присутствия в Афганистане международных террористических групп, непрекращающееся насилие и кровопролитие, наркобизнес – все это говорит о недопустимости игнорирования мировым сообществом ситуации в этой стране. Самое главное, в Афганистане в условиях вооруженного противостояния и насилия выросло целое поколение. Но тем не менее, это не потерянное поколение, как цинично утверждают некоторые эксперты. Это всего лишь уставшие от войны, лишений и тягот люди, которые хотят и стремятся положить конец вражде, вернуться к мирной жизни и созиданию на благо своей страны. Твердо убежден, у афганского народа есть силы, мудрость, мужество и стойкость, чтобы начать новую, мирную жизнь, строить ее во имя благополучия своих детей и будущих поколений. Государства и авторитетные международные организации, представители которых сегодня участвуют в нашем форуме, могут и должны сыграть решающую роль в содействии мирному урегулированию ситуации в этой многострадальной стране. События на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к тому, что ситуация в Афганистане на время выпала из поля зрения мировой политики. Однако от этого конфликт не потерял своей напряженности и остроты. Предложение о проведении международной конференции в Узбекистане и необходимость объединения усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности в Афганистане, обусловлены следующими факторами. Во-первых,
Наша инициатива полностью соответствует внешнеполитической концепции Узбекистана, определяющей главным приоритетом укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами. Во-вторых, на протяжении тысячелетий народы Узбекистана и Афганистана развивались в одном культурно-цивилизационном пространстве. Издавна по обеим берегам Амударьи живут люди, которых объединяет схожесть языков, общая священная религия и единые духовные ценности. Амударья всегда была для нас источником жизни, но никогда препятствием для свободного передвижения людей, развития тесных торговых связей, обмена научными достижениями и взаимообогащения культур. На афганской земле жили и творили такие выдающие представители центральноазиатского ренессанса, как Абу-Райхан Бируни, Лутфи, Алишер Наваи, Камалыддин Бекзот, Захраддин Мухаммад Бабур, Бабарахым Машраб и многие другие наши великие предки. Сегодня Узбекистан и Афганистан – тесные политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. На афганской территории проживает миллионов узбеков. По Конституции Афганистана узбекский язык является одним из официальных языков. В-третьих, все мы твердо убеждены, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь совместными усилиями. Мы не должны, а точнее не имеем права воспринимать одну угрозу своими, а другие – чужими. Безопасность Афганистана – это безопасность Узбекистана, залог стабильности и процветания всего обширного региона Центральной и Южной Азии. Нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в свое постоянное пристанище. В-четвертых, Узбекистан имеет опыт содействия мирному процессу в Афганистане. В 1999 году в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состоялась встреча группы 6+2 на уровне руководителей внешнеполитических ведомств государств-соседей Афганистана, России и США. В ней также участвовали представители Северного альянса и движения «Талибан». По итогам переговоров была принята Ташкентская декларация об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане, ставшей официальным документом 54-й сессии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. В этой связи мы имеем все основания, политическое, моральное право говорить о нашем общем с Афганистаном будущем, поднимать вопросы, которые одинаково волнуют как наших афганских братьев, так и нас самих. Именно поэтому Узбекистан призывает все страны мира поддержать наши усилия в этом благородном деле. Дорогие друзья, сегодня многогранные и непростые вопросы урегулирования ситуации в Афганистане широко обсуждаются на региональном и международном уровнях. Заслуживает самое серьезное внимание Кабульский процесс, Московский формат, Международная контактная группа, Стамбульский процесс «Сердце Азии», контактная группа ШОС «Афганистан» и другие многосторонние площадки, создаваемые с целью поиска путей разрешения военно-политического кризиса в Афганистане. Узбекистан поддерживает решения, принятые участниками второго заседания в рамках Кабульского процесса в пользу запуска прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан» без предварительных условий и угроз применения насилия. Однако главным условием
продвижения к миру, на наш взгляд, является прежде всего разработка и практическая реализация единой и согласованной на региональном и глобальном уровнях широкой программы мира для Афганистана. Исходя из этого, основными целями и задачами наших совместных усилий должны стать: первое, разработка основных принципов мирного урегулирования и достижение по ним широкого международного консенсуса. Второе, выработка механизма запуска переговоров между афганским правительством и вооруженной оппозицией. Третье, принятие дорожной карты по содействию международным сообществам процессу национального примирения в Афганистане. И, наконец, неоценимое значение будут иметь решительные, единогласные обращения всех заинтересованных внешних сил к вооруженной оппозиции с призывом сесть за стол переговоров с афганским правительством и положить конец противостоянию и насилию. Альтернативы этому нет. По нашему мнению, таков главный лейтмотив сегодняшней нашей встречи. Уважаемые дамы и господа, принимая во внимание крайне сложный и противоречивый характер конфликта в Афганистане, вовлеченность в него различных сил, а также исходя из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, считаем важным обеспечить продвижение мирного процесса на трех взаимосвязанных и взаимозависимых уровнях. На внутриафганском уровне необходимо обеспечить запуск прямого диалога без предварительных условий между центральным правительством и основными силами вооруженной оппозиции, прежде всего движение «Талибан». Имеющиеся у сторон вопросы друг с другом могут стать предметом предстоящего переговорного процесса. Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям. Для обеспечения успеха мирного процесса важно предоставить инициативу и выбор формата, времени и места проведения мирных переговоров с самим афганцам. Прежде всего, речь идет об отказе от введения боевых действий и безусловном соблюдении режима прекращения огня как вооруженной оппозиции, так и афганскими национальными силами безопасности. Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан». В случае участия оппозиции в мирных переговорах и достижения национального примирения следует также создать все условия для ее интеграции в политическую жизнь Афганистана. Представители вооруженной оппозиции, в том числе талибы, будучи частью афганского общества и гражданами Афганистана, имеют право голоса в определении будущей своей страны. При этом представляется крайне важным запуск межафганского диалога в период до проведения в стране парламентских и президентских выборов, что предоставит широкие возможности всем слоям общества, включая оппозиционные силы, для их полноправного участия в строительстве нового Афганистана. На региональном уровне необходимо обеспечить достижение твердого консенсуса, прежде всего при поддержке Пакистана, Индии, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и стран Центральной Азии. Думаю, все мы хорошо понимаем, что решение целого ряда ключевых вопросов экономического развития,
безопасности и стабильности в Афганистане во многом зависит от государств-соседей, от нашей доброй воли и твердой решимости, готовности активно содействовать национальному примирению и прекращению насилия в этой стране. Усилия всех соседних стран и партнеров должны не подменять, а дополнять друг друга. Нам нужно выработать согласованные меры, подходы и практические механизмы решения этой проблемы. Как заявил на заседании Совета Безопасности ООН в январе этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, новая динамика регионального взаимодействия откроет перед всеми нами большие возможности для решения общих, давно назревших и актуальных задач. Подчеркну, нам необходимо рассматривать Афганистан не в качестве страны, с территории которой исходит угроза мира и стабильности. Афганистан – наш дружественный партнер и сосед. Уверен, что наши общие усилия по вовлечению Афганистана в систему торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними странами внесут существенный вклад в процесс нормализации ситуации и возвращения этой страны к мирной жизни. Не сомневаюсь, что в конечном счете мир на афганской земле откроет всем государствам обширного евразийского континента новые возможности и принесет реальную выгоду. Это будет способствовать укреплению общей безопасности и стабильности, создаст благоприятные условия для строительства автомобильных и железных дорог, прокладки трубопроводов, развитие региональной и трансрегиональной торговли. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Узбекистан вносит посильный вклад в социально-экономическое возрождение Афганистана. С 2002 года в Афганистане мы поставляем электроэнергию. С вводом новой линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри объем поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан резко возрастет. Мы совместно продвигаем реализацию еще одного стратегического проекта – продолжение Дагерата, построенный узбекскими специалистами и действующей сегодня железной дороги Хайратон-Мазари-Шариф. Этот проект позволит внести реальный, практический вклад восстановление экономики Афганистана, создать новые рабочие места и повысить транзитный потенциал страны. Запуск трансафганских транспортно-коммуникационных проектов в тесной увязке с другими, не менее значимыми региональными проектами, такими как Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Также создать все необходимые условия для развития межконтинентальных транспортных коридоров практически во всех направлениях с севера на юг и с востока на запад кратчайшим путем. Активно развиваются гуманитарные связи. В январе начал работать специально созданный в нашем пограничном городе Термез Центр обучения афганских граждан. В настоящее время там уже обучается около 100 юношей и девушек из Афганистана. Мы планируем расширить перечень специальностей и направлений подготовки афганских специалистов в данном центре. На глобальном уровне необходимо обеспечить принципиальную политическую поддержку мирного процесса и финансовое содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана со стороны ведущих мировых держав и донорских организаций. Благодаря их помощи страна уже стала на путь мирного развития. Сегодня Афганистан – это совсем не та страна, которой она была всего
20 лет назад. С момента проведения открытых демократических выборов здесь начался новый этап государственного строительства. Отмечаются позитивные изменения в жизни простых афганских граждан. Правительство добилось широкого охвата населения образованием и услугами здравоохранения. Все это свидетельствует о стремлении афганского народа к мирной жизни и развитию. В ближайшие 2 года в Афганистане ожидаются важные политические события, парламентские и президентские выборы, которые должны подтвердить последовательное продвижение страны по пути стабильного демократического развития. Уважаемые друзья, очевидно, всем нам необходимо осознать, что мы боремся не просто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма и насилия. Мы не должны повторять ошибки прошлого. Мы должны помнить о нашей общей ответственности. Задача достижения мира в Афганистане тесно взаимоувязана с усилиями, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, которые в настоящее время стали поистине беспрецедентной угрозой глобальной безопасности и развитию. По нашему глубокому убеждению, крайне важно, чтобы все внешние силы беззаговорочно поддержали афганское правительство в стремлении ликвидировать базы иностранных террористических организаций в Афганистане, предотвратили финансовую и материально-техническую поддержку терроризма без каких-либо различий. Узбекистан всегда занимал принципиальную позицию в вопросах борьбы с терроризмом и идеологией экстремизма и радикализма. С этими угрозами необходимо бороться не только с силовыми методами, но и в первую очередь просвещением, особенно среди молодежи, против невежества, которое порождает насилие. В прошлом году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан внес предложение о разработке и принятии Международной конвенции о правах молодежи. Наша главная цель – обеспечить молодым людям всеобщий доступ к качественному образованию, создать им всем необходимые условия для самореализации. Мы предлагаем всем нашим зарубежным партнерам тесное взаимодействие в доведении до населения, особенно молодежи, гуманистические сути ислама. В этих целях, думаю, будет целесообразно использовать потенциал созданных в Узбекистане Международного исследовательского центра имени имама Бухари, Центра исламской цивилизации и Исламской академии Узбекистана. В порядке инициативы мы также предлагаем создать специальный международный фонд поддержки образования в Афганистане. Основная цель – это содействие афганской стороне подготовки национальных кадров по самым востребованным специальностям, выделение стипендий и грантов для талантливых студентов и молодых ученых. По нашему твердому убеждению, формирование в обществе престижа образования и стимулирование у молодежи стремления к самосовершенствованию – это залог достижения устойчивого и стабильного развития. Все это, безусловно, будет способствовать ограждению подрастающего поколения от идеологии насилия и радикализма. Уважаемые участники форума, уверен, что проведение настоящей конференции, конструктивный диалог и дискуссии, а также принятие итоговой Ташкентской декларации позволят добиться практических позитивных результатов, станут своего рода дорожной картой мирного процесса в Афганистане. По сути, при вашей поддержке будет принят документ, отражающий политическую волю и взаимопонимание в
всех заинтересованных сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования. Будущее Афганистана не должно стать примером неспособности международного сообщества противодействовать общим для всех нас вызовам и угрозам. Сегодня, как никогда, важно всем нам, объединившись, протянуть многострадальному народу Афганистана руку мира, сотрудничества и поддержки. Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы. Благодарю за внимание. Благодарим вас, уважаемый Шавкат Мираманович. Все выдвинутые вами инициативы и предложения, несомненно, станут предметом широкого обсуждения в ходе работы конференции, найдут свое отражение в ее итоговых документах. Уважаемые дамы и господа, участники конференции, позвольте предоставить слово его превосходительству, президенту Исламской Республики Афганистан, уважаемому господину Мухаммаду Ашрафу Гани. Мархамат. Бисмиллахир рахманир рахим. Азиз инагам президент Шавкат Мирзиёев. Уважаемый президент Шавкат Мирзиёев. Уважаемые дамы и господа. Эна Бермерта Хушни Досу Брадар Мамлекет Узбекистан президенти Шавкат Мирзиёев джинабларга меҳмон. Мистер Шавкат Мирзиёев, биз буюк ва тарихи мамлекат халқина меҳмон парвар ликдан қадр Узбекистон ҳукумати таманидан йўлга қўйилган Ташкент тинчлик конференси учун ташаккур билдираман. Юк бу конференс Афғонистон халқига умид беради. Катта раҳмат. Your Excellency President Mirzayev, Madam Mogherini, distinguished heads of delegations, ladies and gentlemen, I welcome you. Я приветствую вас всех. Я очень благодарен президенту Мирзиёеву за то, что он сопредседатель на этой конференции в Ташкенте. Так любезно. Я получил огромное удовольствие от своей поездки в Узбекистан в ходе своего пребывания и работы совместно с вами, господин президент. Для дальнейшего связи между нашими странами, их совместного блага, это, конечно, огромная награда. Я вас благодарю за то, что вы превратили Кабульский процесс в центральный форум сотрудничества и координации, и также за ваш анализ и за также ваши конструктивные ремарки, сделанные этим утром. Я хотел бы выразить наши симпатии народу России и господину Лаврову в связи с трагической потерей жизни, и хотел бы предложить минуту молчания в честь тех также граждан Афганистана и также международных партнеров, которые были убиты в террористических атаках. Благодарю вас. Те, которые заплатили ту высокую цену в этой войне, должны всегда быть всегда в наших мыслях по мере того, как мы формируем мир и стабильность. И если цель этих террористических атак с самого начала нашего Нового года была преследовать цель отвлечь НАТО от наших усилий по построению мира, они, конечно, не достигнут своей цели. И нужно оценить наше стремление к консенсусу и строительству мира той реакции граждан Хельманда. И построить монумент нашим шахидам с девизом мира и также приверженности к стремлению к миру. Те атаки
суицидальные атаки, как камикадзе, они усиливают актуальность этой цели нашего совещания. И мы должны использовать все доступные для нас меры для достижения мирного решения. Благодаря всем уважаемым лидерам и международному сообществу, по мере того, как мы предпринимаем следующие меры в этом мирном процессе, ваше лидерство и ваша приверженность имеют абсолютное значение для достижения совместных решений, для решения наших совместных проблем. Кабульская конференция в феврале 2018 года продемонстрировала, что имеется полное соответствие между правительством национального единства и нашими международными партнерами в поиске политических решений к войне в Афганистане. Мы благодарим наших партнеров, особенно Соединенные Штаты Америки и также ISAF, международную коалицию, за их потери, за их кровь и за их поддержку в обеспечении нашего комплекса мира и также формировании нашего предложения по мирным переговорам талибам. И мы здесь для того, чтобы построить второй этап нашего стремления миру в рамках инициативы по региональной безопасности и нахождение поиска решения конфликта в Афганистане и формирование регионального консенсуса для решения мира. И так как угроза терроризма нас объединяет, также и общие возможности для регионального сотрудничества и создания мостов. Сегодня я буду говорить на обе темы, как про наше экономическое и политическое будущее, и также они являются совместно усиливающими друг друга компонентами устойчивого мира, безопасности, стабильности и процветания в нашем регионе. Позвольте также упомянуть по поводу имеющейся связи. Это регион Азия, или точнее Евразия, испытывает один из этих редких моментов открытости в своей истории. Мы имеем все шансы изменить курс направления или течения этой истории. И эти моменты, они редкие, потому что часто, когда они происходили, лидеры не уделяли должного внимания их значению и не использовали эти возможности должным образом. И что делает данный момент особенно важным, когда можно четко увидеть возникновение такой континентальной экономики? Азия исторически, она, конечно, потеряла свои связи и также потеряла концепцию интегрированной экономики на какой-то период. Но сегодня имеется возможность для того, чтобы опять стать единой континентальной экономикой. И это есть наши способности, то есть чтобы торговля была не только ориентирована на океаны, на морские пути, а сейчас для нас большая возможность для наземных связей и наземных коммуникаций. Центральная Азия, включая Афганистан, мы очень гордимся теперь, что мы являемся частью, не темной частью Центральной Азии, благодаря вашим усилиям и также других лидеров Центральной Азии. И это кратчайший наземный путь для того, чтобы добраться к востоку, к западу, к северу, югу, в любых направлениях. И что равно степени важно в это тысячелетие, что Афганистан формирует выход на индийский субконтинент и глобальную энергетическую ситуацию, когда нужно пользоваться этими географическими возможностями, и Центральная Азия богата своими энергоресурсами, а Южная Азия как раз-таки нуждается в этом, и Афганистан является мостом, который соединяет эти два региона. И также поэт из Пакистана Аллама Икбал, он говорил, что Азия состоит из земли и воды, а Афганистан является ее сердцем. Афганистан находится в сердце Евразии и Азии, и он, естественно, будет служить как мост. И фактор, который позволит нашему региону воспользоваться такой возможностью и стать уже единым мостом. И
И 71% нашего населения до 30 лет, мы, афганский народ и правительство, решительно намереваемся усилить наше сотрудничество для обеспечения нашего общего будущего. Мы хотим преодолеть и также обращаем все нашим партнерам, нам наше стремление к безопасности и процветанию. Нам необходимо сегодня сделать выбор по направлению, в каком направлении вести этот регион. И, к счастью, наше наследие является и нашим руководством для формирования нашего видения будущего. И есть общее наследие нашего региона со времен широкого пути и даже до этого. И это дает нам возможность подумать о возобновлении. И на нее нужно формировать повестку дня для того, чтобы взять свои будущие руки, когда мы, если мы являемся узниками прошлого, и, соответственно, мы не сможем использовать потенциал будущего. Если выбрать последнее, то в результате будет ситуация взаимовыгодная, win-win по-английски, для нас всех. Но для того, чтобы туда добраться, необходимо видение, нам необходимо лидерство. И это именно то, о чем президент Мирзиев только что говорил и предложил. И наше первое видение, наше интересы могут быть удовлетворены и с нашими совместными интересами, и для обеспечения региональной связи и сотрудничества, и национальных, и для решения наших региональных и национальных целей, и для обеспечения их соответствия. Я уверен, что те лидеры, которые в этом зале, они верят в это общее видение и также выполняют роль каждой своей ежедневной работе. И, соответственно, наша задача – это реализация этого нашего общего видения. В Афганистане это видение, которое превращается в реальность. Афганцы сами видят, как это происходит. Вот последние месяцы мы отмечали строительство газопровода ТАПИ, формируя новый коридор на нашей границе, в провинции Герат, и новые также железнодорожные и воздушные коридоры также соединяют Афганистан с регионом. Порт Чахбахар также был открыт в начале года, и также идущий проект КАСА 1000 также реализуется. Вчера вечером мы добились большого прогресса с президентом Мирзиевым по строительству новых линий электропередач, также железнодорожных линий и других коммуникаций. Это был один из наших основных приоритетов за последние несколько лет для реализации этого видения, для экономического жизнеобеспечения не только Афганистана, но также всего региона. Мы поддерживаем это региональное связи и сотрудничество, причем это не теория, это уже реальность, которая преобразуется в наши совместные интересы. И это происходит благодаря совместной реализации, и стабильный Афганистан – это и есть та платформа для регионального и глобальных перспектив. Региональные энергетические связи – это только начало для развития, для реализации нашего огромного природного потенциала. Необходимо и далее расширять наше сотрудничество, наши трагедии, о том, что мы являемся одной из самых богатейших стран по природным ресурсам. При этом на этой земле живут одни из беднейших людей на земле. Это несправедливо и это неправильно. Такие перспективы будущего. Но препятствия в реалиях будущего необходимо решить и устранить для того, чтобы добиться этого. И реалии настоящего и также угроз, с которыми мы сталкиваемся, как регион в целом, действительно, они на самом деле стоят перед всем международным сообществом. Эти угрозы, которые стоят перед международным сообществом сегодня, они транснационального характера, террористических сетей и также транснациональных преступных организаций. Они взаимосвязаны, они не уважают границы и не признают границы, и они имеют глобальный охват и воздействие. Глобальная преступная экономика сейчас по разным расчетам достигает более 2,8 миллиарда долларов в год. Контртеррористические стратегии, также в конец ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями, определяет эти сети в качестве взаимосвязанных и сложных систем. И я считаю, что есть четыре уровня сложности, с которыми сталкиваемся. Первый уровень – это реакция государств на эти угрозы. Это долгосрочные угрозы, которые стоят перед целыми поколениями, которые необходимо устранять и решать в рамках наших долгосрочных и среднесрочных стратегий.
и не ограничиться нашими краткосрочными политическими мандатами и циклами. И второй уровень сложности – это связи между террористическими сетями и также группировками и транснациональными преступными организациями. Ни одна террористическая организация не хранится так хорошо, как текущая, нынешняя, и также деятельность мафии, также торговля людьми, наркотрафик, они и обеспечивают финансирование поиски дня терроризма. И так как они также поддерживают друг другом для того, чтобы выжить и вести свою деятельность. Мы не добьемся мира, пока не решим проблемы на глобальном масштабе. И международное и региональное сотрудничество по борьбе с этим драйвером конфликта, к сожалению, еще не имеется полностью. Третий уровень сложности исходит из неопределенности позиции государств в борьбе с этими организациями, когда они, возможно, даже используют их инструмент в своей политике. И также формируя консенсус для формирования стратегии в отношении этих общих угроз терроризма и преступности, усилит безопасность нашего взаимосвязанного мира. И четвертый уровень сложности – это местная благоприятная среда без этой местной базы, которая может соединить эти три элемента, которых я перечислил, транснациональные террористические и преступные группировки, не смогут создать свои связи. И, соответственно, это видно уже в деятельности талибов в контексте Афганистана. Они создают платформу для своей деятельности, для деятельности транснациональных преступных организаций и террористических группировок. И мы сейчас на передовой линии в этой глобальной борьбе с терроризмом и первой линии обороны этой глобальной и региональной безопасности. Так как было много слухов относительно масштабов деятельности ДАИШ, и позвольте мне и привести некоторые факты к вашему вниманию. Общее число ДАИШ, группировок менее 2000. Мы вели борьбу с ними неустанно, совместно с нашими партнерами во всех сферах, наши силы. Уже ликвидировали более 1300 этих бойцов. Они сейчас ограничены в таких узких долинах, в Нангархаре, там, в северном Афганистане, и мы опять же за прошлые две недели опять же нанесли им большой урон, проведя масштабные операции для уничтожения этих группировок. И у нас достаточно воли и также потенциала для того, чтобы бороться с этим вызовом, и мы неустанно будем с ними бороться. И впервые в 2018 году мы также провели операцию против наркотических лабораторий и нанесли ему ущерб в сумме более 330 миллионов долларов. Я это говорю, чтобы еще раз подчеркнуть, что эти угрозы для нас общие и необходимо совместно бороться с ними. Это само по себе понятно. Афганцы вносят свою лепту, своей жизнью глобальной борьбе с терроризмом. И мы на передовой линии, но причем угроза, и мы все должны бороться с этой угрозой совместно. Мир изменился, причем достаточно жестоким образом. Исторические правила ведения войны полностью игнорируются врагом, нагло игнорируются и нарушаются, и стратегически нацелены на и граждан, женщин и дети, среди пострадавших, и враг ведет войну против и больниц, наших школ, наших общественных мест, площадей, нашей общественной жизни. И эти угрозы огромны, и также наша коллективная заинтересованность, и также воля их преодоления. Мы живем в этот исторический момент, когда
Мы добились большого прорыва нашей страны, качества платформы по борьбе с глобальным терроризмом и также качества платформы для региональных и глобальных связей и сотрудничества. И как президент Мирзиёев отметил, нам необходимо, соответственно, развивать и расширять платформу сотрудничества. И мы здесь для того, чтобы перед этими угрозами, тем не менее, да, продвигать наши цели, и для того, чтобы эффективно бороться с этими угрозами, необходимо, чтобы мы усилили эту платформу в Афганистане и также бороться против. И это, соответственно, включение талибов в наше общество. Это позволит фокусироваться на угрозах терроризма и преступности. И для обеспечения нашей коллективной безопасности и процветания я предлагаю следующее принцип для вашего рассмотрения. Прежде всего, пожалуйста, расширите практику, принятую некоторыми странами, рассматривая Афганистан как страну для сотрудничества, и также согласовывая и другие вопросы, и, конечно, координируя крупные державы мира и стремясь к региональному сотрудничеству. И эти преимущества сотрудничества, они выше, чем конкурентное преимущество. Во-вторых, поддержка межафганского мирного процесса и убедить талибов, и также поддержек сил присоединиться к мирному процессу. В-третьих, усилить механизмы регионального сотрудничества по борьбе с транснациональными террористическими группировками и транснациональными преступными организациями для определения приоритетов в межгосударственных отношениях. В-четвертых, запустить процесс по созданию платформы сотрудничества для того, чтобы инициировать и реализовать крупномасштабные программы по усилению межстрановых региональных связей. И, в-пятых, сотрудничество с Афганистаном в вопросах критически важных для формирования мира и также интеграцию бывших участников боевых действий и также участвовать в культурных и образовательных программах и также по решению других вопросов. Мир и свободные, справедливые и инклюзивные выборы парламента и также местных советов в 2018 году и также на президентских выборах 2019 года. Это наши политические приоритеты. И нужно заменить пули с бюллетенями в качестве выбора в определении нашего будущего и нашей судьбы. У нас есть симпатия и понимание, и также мы молим, думаем и молимся за это. И у нас не будет решений, пока не будет сотрудничества. Я призываю вас быть рядом с афганцами и также с США и другими, кто приезжен к миру и присоединится к нам о достижении консенсуса по борьбе с терроризмом и также стремиться к миру. Сотрудничество – это требует формирования доверия, транспарентности, политической доверия будет существовать не только на уровне лидеров стран, но также и граждан, когда они могут доверять и также участвовать в оригинальных проектах по созданию мостов, и чтобы они могли спокойно включить электричество и газ, и пользоваться услугами. И также эти такие проекты, они обеспечивают будущее наших народов. И это не только как мы обеспечиваем социальное доверие и также политический капитал, но также тем самым наши граждане будут в нашей стране. И нам нужно также устранить антагонистические и конфронтационные политические тенденции из этого уравнения. Нам необходимо также быть лидерами в этом процессе. И сегодня это видение
завтра это должно стать ежедневной реальностью. И это означает, что нам предстоит большой экзамен как в наших политике, так же в принятии законодательных актов, и, соответственно, причем не действовать гневом, а действовать последовательно. Политическое лидерство в такие моменты имеет особое значение для того, чтобы раскрыть такие возможности. И в этот момент времени в нашем регионе состояние экономической безопасности наших граждан напрямую связана с физической безопасностью. Если мы действуем сообща для формирования единого консенсуса, для борьбы с терроризмом, для решения мира и реализации региональных связей и сотрудничества, тем самым мы сможем бороться с этими угрозами и, соответственно, поддерживать только наше население, также и нашу политическую систему, и мы добьемся чего-то больше, создать интегрированную азиатскую экономику, которая создаст большие возможности для глобального мира и процветания. И с такой конечной целью, с таким фокусом запущен кабульский процесс, и, соответственно, он от проблем переходит к решениям, и нам необходимо воспользоваться этими возможностями. Я хочу вас поблагодарить еще раз. Президент Мирзиев, за ваше лидерство и господин министр иностранных дел Республики Узбекистан, который всегда усердно работал с нашими коллегами. И хотел бы и вас всех, кто за этим столом, поблагодарить вас всех за ваше лидерство, за ваше участие, за ваше видение и за вашу приверженность. Большое вам спасибо. Спасибо большое, господин президент. В своем выступлении вы очередной раз наглядно продемонстрировали вашу непоколебимую решимость и приверженность установлению мира и стабильности в Афганистане. Уважаемые дамы и господа, слово предоставляется вице-президенту Европейской комиссии, Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности госпоже Федерике Могерини. Пожалуйста. Thank you. Спасибо. Уважаемый господин президент, друзья, для меня большое удовольствие, в первую очередь, потому что я вернулась в Узбекистан уже который раз за последние 6 месяцев, и большая честь выступать на этой конференции вместе с вами, которая привела сюда всех главных акторов в вопросе безопасности Афганистана. Мы полагаем, что пришло время для того, чтобы перевернуть страницу в истории Афганистана. Мы все знаем, что очень трудно этого достигнуть, и это значимый процесс. И очень часто нужно много смелости, чтобы заключить мир, чем чтобы воевать. И нужна смелость, чтобы измениться, чтобы вести диалог, участвовать, прийти к компромиссам и примирению. Президент Гани и афганское правительство показали такую смелость. В прошлом месяце президент сделал смелое и конкретное предложение Талибану начать участие в мирном процессе и, наконец-таки, закончить войну. Это беспрецедентная возможность для мира после десятилетий мира и гражданского страдания. И сегодня мы верим, что судьба афганского народа и лидера может измениться. И мы, Европейский Союз, международное сообщество, имеем большую ответственность в этот момент, чтобы сопровождать вас и поддерживать в процессе мира и перемирия, который будет вестись афганским народом, афганским правительством, и сделать, что мы можем, чтобы создать условия для мира и восстановления Афганистана. Эта идея также была на Брюссельской конференции 1.5 года назад. И это то, что нас привело в вместе всех в Узбекистан. Нужно четко отметить, что никто из нас, ни международное сообщество, никто из нас не может заменить афганских лидеров, и мы не будем этого делать. Но мы можем быть на их стороне и укреплять их смелость, поддерживать их надежды и усилия. В Брюсселе в прошлом году мы сказали, что мир в Афганистане потребует нового соглашения. В первую очередь, внутри афганского общества, также внутри региона, а также новое соглашение с международным сообществом. С тех пор мы начали готовить основу для этого трехстороннего соглашения.
соглашения. В первую очередь, это новое соглашение с международным сообществом. На Брюссельской конференции международное сообщество выразило приверженность поддерживать усилия, начатые афганским правительством за последние годы. В первую очередь, Европейский Союз коллективно стал одним из самых больших доноров через инвестиции более 5 миллиардов долларов. И мы выполняем наши обещания. В прошлом году мы подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере партнерства и развития между Евросоюзом и Афганистаном и наладили диалог по всем вопросам, по экономическим вопросам, а также тренингу полиции и усилению и укреплению возможностей женщин. В Брюсселе мы также привели всех соседей Афганистана, региональные и национальные власти и ООН, потому что мир в Афганистане требует также нового согласия и соглашения внутри региона. Это ваш общий регион, как вы правильно сказали. И это перекресток между Европой, Дальним Востоком и Ближним Востоком. И сегодняшнее событие — это то продолжение, которое мы приветствуем. И эта часть Азии, конечно же, требует стабильного Афганистана и требует это также регионального сотрудничества. Люди в этом зале прекрасно понимают последствия афганского конфликта на безопасность всех стран в этом регионе и во всем мире. Мы, европейцы, также инвестируем в сотрудничество в этом регионе, особенно между Афганистаном и Центральной Азией. Мы поддерживали также проект управления пограничными делами, чтобы остановить нелегальный трафик, а также остановить нелегальные каналы финансирования террористических групп. Сегодня мы также работаем над контролем границ, чтобы не позволить террористам переходить. И наше сотрудничество не только нацелено на это, но также это есть возможность, великая, большая возможность для развития Афганистана и всего региона. Эта часть мира раньше была также страной, за которую сражались великие державы мира. И таким образом этот народ был под риском. Но также были и положительные воздействия. Я думаю, что альтернативой выступать пешкой в чьих-то интересах, это не всегда может быть плохо. Это также может быть и хорошим в смысле участия в международных делах. И это бы мы хотели обсудить сегодня за этим столом. Сегодня мы делим наши интересы. И мы, конечно же, здесь должны упомянуть большие инфраструктурные проекты, а также большие коридоры, которые соединяют разные регионы страны. Но когда касается континентального транспортного коридора, ваша страна может быть больше, чем просто транзитом. Мы можем поднять инфраструктуру вместе, чтобы вы стали крупным узлом не только в Центральной Азии, но и в более широком регионе. Мы, Европейский Союз, вносим свой вклад в это развитие и железнодорожных сообщений, инфраструктуры вас с вашими соседами. И это поможет также местным сообществам и в Афганистане, и во всей Центральной Азии. И также создаст рабочие места и новые возможности, особенно для большого количества молодежи, которое у вас имеется в каждом из ваших стран. Именно по этой причине мы также хотели бы поддерживать трехсторонние проекты между Афганистаном, Центральной Азией и Европейским Союзом. Например, я знаю, что афганские студенты уже приезжают в Центральную Азию, чтобы получить высшее образование, профессиональное образование, и мы хотели бы рассмотреть возможности сотрудничества в этой сфере, чтобы поддержать таланты афганской молодежи. Это меня подводит к третьему пункту. Мир в Афганистане
будет возможно, только если афганский народ будет поддерживать и тоже вносить свой вклад в это. Мы должны работать с афганским обществом, афганским народом. Афганистан уже очень сильно изменился. Эти изменения должны продолжаться, консолидироваться и стать необратимыми. В этом году и в следующем году народ Узбекистана еще раз будут голосовать на парламентских и президентских выборах. Мы здесь также, чтобы поддержать избирательный процесс, и мы хотим, чтобы эти выборы были инклюзивными и теми, кому, такими выборами, которым все могут доверять, и что это приведет к ренессансу Афганистана и миру в регионе. И мы здесь для того, чтобы поддерживать внутри афганский мирный процесс. Президент Гани говорил о возможности, которую нужно использовать. Теперь Талибан должен принять решение и показать смелость воспользоваться этой возможностью и наладить мир. Здесь мы сидим за столом, и мы хотим выразить приверженность Европейского Союза этому процессу с использованием всех наших инструментов через экономическую поддержку, а также дипломатическую полномочия, а также наши экспертные знания в разных сферах. Мы за мирный процесс. Европейский Союз всегда поддерживал, всегда будет его поддерживать. Вначале цель была принести мир в на европейский континент. И за многие годы мы приобрели большой опыт в этом процессе налаживания мира. Действительно, этот конфликт можно преодолеть. И сегодня Евросоюз является силой, которая действует за мир и за сотрудничество. Мы за сотрудничество всегда. Не конкурентный процесс, а за сотрудничество. Потому что мы знаем, какой урон это может принести. Например, в Ираке это регион, в котором был конфликт и столько лет, и сейчас идет тоже налаживание. В Колумбии мы тоже поддерживали реинтеграцию и создание рабочих мест. В Афганистане мы реализуем одно соглашение о мире, и мы также вовлечены в поддержку диалога по перемирию между бывшими войсками. И мы готовы поддержать предложение президента Гани по этому мирному соглашению. И если говорить конкретно, что мы можем сделать? С дипломатической стороны мы можем предоставить помощь, чтобы убрать со списка тех, кто подпадает под санкции. Также мы готовы быть вовлечены еще больше в афганское гражданское общество и для того, чтобы поддержать правосудие и перемирие. Мы также могли бы работать с людьми, которые постоянно, которые сложили оружие, и поддержать семьи тоже как часть процесса правосудия и перемирия, чтобы афганское общество и эти семьи могли найти свое место в обществе, начать свое дело и реинтегрироваться. И позвольте вам сказать, что мирный процесс в Афганистане не принадлежит ни нам, ни другим акторам, а только афганскому народу, самим афганцам. Тем, кто еще ведет войну, наш посыл — выберите путь диалога и перемирия. Имейте смелость начать мирные переговоры. И тогда мы будем поддерживать, станем партнерами в этом диалоге. И мы поможем вам закончить эту войну и наладить мир в Афганистане. У Европейского Союза нет другой программы, чем мир и развитие для афганского народа. И я уверена, что если мы будем работать все вместе, то мы этого достигнем. Спасибо. Спасибо большое, госпожа Федерики Могерини, за теплые слова, а также вашу поддержку общих усилий по формированию широкого международного консенсуса по разрешению афганской проблемы. Уважаемые участники конференции, в силу высокой загруженности рабочего графика генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, его превосходительство господин Антонио Гутерреш,
не смог приехать в Ташкент. В этой связи хотел бы обратить внимание всех присутствующих на экран, где будет продемонстрировано его видеообращение в адрес участников конференции. Пожалуйста. President Mirziyoyev, President Ghani, Excellencies, I am pleased to greet the Tashkent Conference. And it is good to see Uzbekistan and Afghanistan working hand in hand for peace and sustainable development. You convene at an historic moment. The newly invigorated peace process is essential for Afghanistan and the region. You represent countries and organizations united by a shared history and a common vision. And I welcome your commitment to addressing threats such as drug trafficking and terrorism and your backing for direct talks in Afghan-led peace process. Мирного процесса под руководством Афганистана. Организация Объединенных Наций готова поддержать ваши усилия по созданию безопасного и процветающего региона. Спасибо. Дорогие друзья, на этом церемония открытия конференции завершена. Поздравляю всех с началом нашего мероприятия. Сейчас у нас короткий перерыв, и мы приглашаем глав делегации в фойе на первом этаже на церемонии официального фотографирования. После перерыва мы продолжим свою работу. Еще раз благодарю вас за внимание.